Ты новый охранник? Отлично. Тогда я должен рассказать тебе о твоей новой работе. Давай для начала я расскажу тебе небольшую историю. Не бойся, первая ночь будет самая спокойная. У нас была обычная компания, занимающаяся страхованием. Наши дела шли так себе, как вдруг в один из обычных дней к нам со склада пришел странный большой кот. Мы до сих пор не поняли, как он там оказался. Он был спокойный, с удовольствием ел еду, которую мы приносили ему из дома. Мы решили оставить его как питомца. Он начал жить в этом офисе, а клиенты стали приходить лишь ради того, чтобы посмотреть на этого кота. Он стал очень популярен. К нам начали набираться огромные очереди. Но не все шло так гладко. Со временем кот почему-то стал более злобным. Мы не могли его выгнать, так как он приносил огромную прибыль компании. Все изменилось в ту ночь, когда шлепа напал на охранника. Охранник говорил, что в кабинете директора каждую ночь появляются пельмени. И каждую ночь кот пытался съесть их. Директору нравится, когда в его кабинете появляются пельмени, и он не разрешает их трогать. Прошлый охранник выяснил, что шлепа не будет есть пельмени, если на него смотрят на камере. На следующий день на охранника ночью кто-то напал. Завтра я расскажу тебе, чем ты будешь заниматься. Так, ну, беспокоиться не стоит. Все будет в порядке. Ладно, до завтра. Алло. Так, на чем остановились? Ах, да, на охранника напали. Ну, это был просто несчастный случай. Шлепа никогда не нападает. Ну, по крайней мере, при свете. Ладно, давай я расскажу тебе твою задачу. Этот кот будет пытаться съесть пельмени. Они, кажется, находятся в восьмой комнате, если я не ошибаюсь. Просто приглядывай за ним, и если он будет в восьмой комнате, смотри на него. Тогда он уйдет. Это довольно скучная и нудная работа, но зато безопасная. Главное, не дать шлепе съесть пельмени. Ну, прошлого охранника уволили из-за этого. Ладно, наслаждайся своей работой. Завтра я расскажу тебе еще кое о чем. Спокойной ночи, до завтра.
Алло, ну что, как тебе работка? Я должен рассказать тебе кое о чем. Это очень важно. Ты уже видел пятую комнату? Думаю, ты видел там маленький старый монитор в конце коридора. Он стоит там не просто так. Ха-ха, шучу, он стоит там просто так. Он вроде бы уже давно не работает, но как-то раз он включился. В этот момент на всех мониторах появился странный лысый кот. Через секунду он исчез, и все стало как прежде. Не бойся, я думаю, никакой мистики в этом нет. Скорее всего, кто-то над нами подшутил. Если ты тоже увидишь его, вырубай ноутбук и лампу. Я не знаю, зачем я это сказал. Наверное, просто чтобы ты думал, что будешь в безопасности, если выключишь их. Ну вот и все. На этом вся инструкция окончена. Удачи!